ситуация на линии соприкосновения, она остается, увы, крайне неспокойной, и ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов, увы, увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился опять новыми гостями. Но мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские и американские гости на своеобразные экскурсии, по-другому это сказать, наверное, не могу, идет какая-то демонстрация со стороны вооруженных сил Украины. Но если говорить по общему количеству снарядов, которое прилетело только в этом году, это уже более 2500 снарядов разного калибра.